История Читинской медакадемии началась в 1953 году. Именно тогда приказом Министерства здравоохранения был открыт Читинский государственный медицинский институт. Его преподавательский коллектив сформировался за счет педагогов Пермского стоматологического института, реорганизованного и переведенного в Читу. Первым ректором нового, крупнейшего на тот момент в Сибири образовательного учреждения стал Михаил Костылев. Он вместе со своим коллективом проделал большую работу, и уже 1 сентября 1953-го 200 студентов начали обучаться благородной профессии врача. В целом, за плечами у нашей академии огромная история. За эти годы подготовлено более 27 тысяч врачей. Они работают в Забайкалье, в Бурятии, в России, в других уголках нашего мира, да? Вы знаете, хочу сказать, что они все достойно несут вот этот крест, выполняя функцию врача. Мы гордимся нашими выпускниками. Среди них очень много известных людей, академиков, людей, которые возглавляют крупнейшие федеральные центры. И это говорит о том, что медицинская академия – это действительно кузница кадров не только для Забайкалья, для Бурятии, для ближайших регионов, но и в целом для нашей страны. Академия всегда славилась своим педагогическим составом. 54 доктора наук, 200 кандидатов и доцентов, 3 заслуженных работника Высшей школы России и 1 заслуженный деятель науки – профессор Борис Ильич Кузник. Я думаю, что 65 лет – это солидный срок. С большим удовольствием поздравляю Академию с этим праздником. Желаю всем и преподавателям, и студентам больших успехов. Наша академия воспитала многих очень серьезных ученых. Я надеюсь, что и дальше у нас будут появляться исследователи, ученые из молодых ребят, которые прославят не только нашу академию Забайкальский край, но и Россию. Для тех, кто медакадемии посвятил не один год жизни, юбилей – отличный повод встретиться с друзьями и коллегами. Я с огромным удовольствием поздравляю всю медицинскую общественность Забайкальского края с этим замечательным и прекрасным праздником – 65-летием нашей альма-матер – Читинской государственной медицинской академии. С праздником, дорогие друзья! В праздновании сегодня приняли участие гости из ЦЦКАРа и официальные лица Забайкальского края. Заслуженные награды были вручены лучшим из лучших медакадемии. Юлия Тимошенко, Илья Жарков, Андрей Шаронов. Время новостей.